доброе утро. У нас воскресенье. Приехали с комрадами на коп. С Мэтцером. С Марио. Ну и поутру было темновато. Не снимал. Нашел такую крышку. Цинковую. Второй мировой комрад подсказывает. Потом три люверса. И вот сейчас из ямки 1 копейка. Советы. 62-й год. Сегодня второй день хожу с эквиноксом. Меня не поздравляйте, эквинокс я не покупал. Взял в аренду. Попалась подкова. На счастье, на удачу. Ходим, гуляем. Тут маленькие такие ячейки есть. Пока ничего. Так. Гильзы прут. Всякая мелочевочка. Ничего пока интересного. Попался у меня люверс. Какой-то металлический. Еще были две находки, не снимал. Сейчас вам покажу. Вот такие вот два зацепчика. Алюминиевых. Сохранчик. В принципе, ничего, можно помыть. Будут нормальные. Сегодня большой ветер, обещают. Не знаю, сколько по времени. Хотели целый день походить, но будем смотреть по погоде. Так-то вроде плюс 10 сегодня обещают. Продолжаем тогда. Походим еще. По хабара поищем. Камрад Марио в 10 метрах от меня тоже люверсы и пуговицы копает. Трех дырки. И вот и у меня пуговица трехдырка попалась. Как и у комрада. Вот он, смотрите, пришел. И что принес? О, опасную находку принес. Закопаем ее обратно. У меня огненная керосинка. Остатки от керосиновой лампы. Вся помята. Вообще сохран керосинки сам хороший. Но она вся замята, к сожалению. Вот с глубины там вытащил. Ну я и так заберу. Для коллекции. Для какого-нибудь восстановления. А мы идем вперед. Ну, тут пином раскопал. В принципе, под домком монетос. Советы. 15 копеек. 83-й год. Вторая монетосина за сегодня. Сейчас комрадик нам покажет. Какая там была монетка, блядь, рядом? Погоди. Вот что было рядом. Была вот эта хрень. Да, пуговица. Вот копейка. Ага. Какой год? Я даже не посмотрел, сунул в карман и все. Я даже не снимал. 83. Ну и вот тут же в ямке золотое кольцо. Чуть выше. С камушком. На грамма, наверное, 2. Камушек вытащит, ну 1.5 может каких будет. Хотя легкая, может всего 1.5. Но все равно мы поздравляем комрада. Ну как находка, хоть грамм, какая разница. С золотом. В лесу голдуха. Я золото голдуха редко нахожу. Дошли от комрада голдухи сколько? 5 метров. У меня сигнал и монетос. Что за монетос? Да, советы. Советы. А, опять 15 копеек. 62-й год. Уже вторые 15 копеек за сегодня. Третья монета. Погнали дальше. Рада Марио там за спиной поднял крышку от компаса. А я тоже какую-то крышечку поднял с надписями. Здесь она немножко как закрывалась, вот это вот отверстие. Может что-то как, ну что-то как высыпали. Баночка, наверное, какая-то была.
Ну, интересно. Потом можно ее помыть и погуглить, от чего она. Такая хорошая находочка. А тут еще была конина, железо там от телеги. От телеги или от упряжки. Из ямки копнул хороший сигнал, 31. И пряжечка латуневая с остатком кожи еще, ремень. Красивая пряжечка. Ремень уже все умирает. Сейчас мы его тут и оставим. Пряжку заберем в нашу коллекцию. Какая красивая пряжечка. Какой-то конь потерял. Попался монетосик. 3 копейки. 46-й год. Нормально. Забираем. Камрады меня сразу тут окружили. Ой, блядь, окружили. И все хотят золото партии рыть. Ну что, будем, наверное, сегодня завершать свой коп. Походили втроем, покопали. Находки сами видели, какие были. Камрада поздравляем с золотым колечком. Золото. Всегда зачет. Ну что, хочу сказать вам по прибору Minilab Equinix 600. Да, вот, походил 2 дня. Все мне понравилось. Конечно, чуть-чуть после Деуса непривычно ходить без наушников, но все же Equinix мне очень понравился. Возможно, когда-нибудь в будущем можно приобрести или как второй прибор, или постоянно, на постоянно Equinox взять. Еще бы хотелось попробовать летом с ним походить в воде. Как он себя покажет в воде. Вот как-то так. Но у нас февраль. 16 сегодня февраля 2020 года. И такое ощущение, как будто у нас или осень, или весна. Всю зиму мы копаем. Снега у нас нету, морозов нету. Земля как летом. Там что-то камрады обсуждают. Они там что-то нашли. А, подкову Мэтцер нашел. Марио там немецкие фенинги какие-то нашел. Так что такие вот у нас дела по копу. Все, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока.